Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Admiral Play, четвертый сир, у них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации, и также специально для подписчиков есть промокод, пишите МН, потом убирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод КГейм. Только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, у меня накопилось немножко денег, благодаря, кстати, рефералке тоже. Я вон 70 тысяч забрал, и у меня 160 тысяч. И почему бы нам не пойти в казино и не попробовать поднять денег, потому что давно я не ходил в казино, и все-таки бабосики нужны. Вдруг каким-то чудом мы поднимем как минимум миллион. Хотелось бы реально миллион поднять, чтобы купить, возможно, новую машину, новый мотоцикл, потому что хочется немножко обновить автопарк, да и вообще деньги всегда нужны, чтобы оплачивать налоги, бензин там и так далее. Ну, короче, для развлечений. Давайте берем, я думаю, мотоцикл и едем в казино. Надеюсь, там хоть кто-то да есть. Сейчас онлайн у нас 166 человек. Все, открываем мотик, в принципе, Фонда, садимся и едем в казино. Опача, тачек здесь много, и значит люди там есть. Поэтому так, глушим мотик, вытягиваем ключ и идем, в принципе, играть. Да, денег у меня не так уж и много, но думаю, хоть что-то, возможно, мы сможем поднять. Потому что реально бабосики нужны. К нам настолько идите. Окей, так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, как там, F или Dice, я уже не помню. Так, Dice, 50 тысяч четвером. Окей, давайте попробуем. Так, 7, 8, у чувака 8, 8, 5. Так, давайте бросить 6. У чувака 8 упало. Охуенчик просто. Минус 50 тысяч. Просто сходу, пацаны. Просто сходу минус 50 тысяч. Конечно, такое себе занятие. Я бы даже так сказал. Но все же, давайте попробуем еще поиграть с кем-то. Вон какие-то рыжики стоят еще. Поэтому давайте попробуем. Ну, как рыжики игроки. Так, предложил игру. 150 тысяч. Ага, спасибо, ёпта. У меня таких денег нету. Так, предложил игру. На 100 тысяч я не успел, к сожалению. Так, сюда. Вы уже играете за двумя столом. Так, это бах. Нужно зайти и выйти в казино. Точнее, просто выйти и зайти обратно. Потому что, типа, система думает, что мы играем за другим столом. Ладно, давайте сейчас подбежим куда-нибудь и еще поиграем. Так, давайте, да, здесь ничего нет. Блин, у меня последние 100 тысяч остались, и как бы не хотел их и слить, но у меня банк еще есть. 150 тысяч, да идите нахер, у меня столько денег нету, Алёша. Так, давайте побежим туда, к тем пацанам, может у них что-то есть, там какая-то ставочка. Так, игра уже началась, дождитесь окончания. Окей. Так, предложил игру на 5 тысяч, ну такое, ну ладно, давай. Давайте сыграем. Я выиграл 5 тысяч. Просто охрененно. Проиграл 50 тысяч и выиграл 5 тысяч. Это, конечно, очень классно. В скобочках, понятное дело. Так, 5 тысяч обратно четвером. Да уж, конечно, такое себе. Да, хотелось бы, конечно, хотя бы, чтобы как минимум у меня лямчик был. Вот с лямчика можно было бы что-то поднять. Но так, 120 тысяч. Нету таких денег, дружище, нету. Я бы сыграл, но нет. Не, мог бы с банка снять, там, по-моему, 300 тысяч у меня есть. Но давайте, я думаю, пробуем с этих бабок что-то поднять. Так, играем на 15 тысяч вдвоем. У меня выпадает 6, у него выпадает, конечно же, больше, чем у меня. Это по-любому, да? Но 9. Ну, конечно, блин. Почему? Почему нет, да? Хер затащишь, называется, да? 120 тысяч втроем. Блять, я бы сыграл. Давайте, блять, ладно, хуй с вами. Все, я снимаю деньги. Не все, понятное дело. Так, снять 40 тысяч снимем, чтобы у нас 300 тысяч осталось. В банке нету средств, блять. Охуенно просто. Ну, сколько можно снять вообще? Можно еще, например, 10 тысяч снять? Нет, ни хрена мы не можем снять. Ладно, давайте искать, кто с нами может поиграть на небольшие ставки. Так, 10 тысяч, у него выпало 9, у меня выпало 10. Ох ты, ёб. Так, они там на 100 тысяч играют. Давайте с ними поиграем. Проиграть так все, пацаны, да? Как говорится. Так, давайте, да, подождем, пока они ставку на 100 тысяч сделают. Ну, 100 тысяч будем играть или нет, Алёша? Да, чувак решил мне 1 рубль, да, кинуть? Вообще, красавчик просто. 1 рубль, да иди ты нахер своим одним рублем. Сейчас бы на 1 рубль играть. Так, игра на 10 тысяч, блин, хоть кто-то бы на сотку сыграл бы, было бы вообще замечательно просто. Но у меня, походу, сейчас сотки это не будет, да? У него выпадает 10 просто. Изи, блин, изи слив. Давайте, блин, я тоже хочу ставку сделать. Зарплата 3300 рублей. Отлично. Так, 10 тысяч вдвоем. Не успел. Так, с кем тут реально можно поиграть. Давайте, блин, к ним пойдем. Давайте хотя бы на 50 тысяч поиграем. И будет замечательно просто. Да чего вы, блядь, бегаете к столу? От стола к столу, блядь. Вы что, ебанутые или что? Так, давайте выбрать казино. Ставка 50 тысяч вдвоем. Давайте, ёпта, играть. Чего вы, блядь, сыкуете? Я не понимаю, чего они туда сюда бегают, как дебилы? Блядь, у меня уже бомбит. Они какие-то долбоёбы. Зачем они бегают просто туда-сюда?
кто на 50к играет, Алёша, блядь? Да вы заебали, дайте поиграть, сука. Ну реально, чё они такие дебилы? Они тупо вот эта вся толпа бегает туда-сюда, кроме меня. Я, блядь, стою, кидаю ставку, никто не подходит. Все, блядь, либо за одним столом, видите, туда-сюда просто бегают, блядь. 50 тысяч трём, давай, ёпта. Играем просто. Давайте на 50 тысяч трём. О, другой разговор. Два, блядь. Мне выпало два, понимаете, просто два. Закончилось ничьей, блядь, ёбаный в рот, что за бред просто? Я не понимаю это казино, реально, я просто не понимаю. 20 тысяч плюс, нахуй. Так, я чуваку кинул на 60 тысяч, и я, блядь, проиграл. Я проиграл 60 тысяч просто, блядь, какой же бред. Я вот не понимаю просто это казино, пацаны. Это просто какой-то пиздец. Потому что, блядь, понимаете, я выиграл сколько там раз? Пару раз по 5 тысяч выиграл, блядь, и выиграл один раз 20 тысяч. Все, остальное я просто проебал. Маленькие суммы я выиграю, а большие я просто сливаю, как нехуй делать. Блин, я помню, раньше казино было не такое. Я, блядь, поднимал столько денег в казике, что нехер делать. Просто по 5 лямов изи поднимал, блин, за 10 минут. Кости. А здесь, блядь, просто сливаешь. Тупо маленькие ставки тащишь, а большие сливаешь. Ну, это хуйня полная, реально. Реально, не знаю, либо систему как-то переделали казино, либо мне просто не везет так сильно. Вот и все. Так, давайте платим дом. В принципе, 2 дня платил. И давайте платим гараж. Тоже 2 дня. Все, отлично. Ну что ж, пацаны, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Проиграл я сегодня. Ну, не все свои деньги, у меня в банке еще есть 300 тысяч, но все равно, блин, 160 тысяч, пацаны, это нормальная сумма, как бы, они на полу не валяются, я просто их слил, понимаете? Тупо какие-то игроки были непонятно, которые бегали туда-сюда, блядь, непонятно зачем и как. Ну, как это понятно, не бегали, а зачем, я не понимаю, тупо к столу, от стола к столу бегали, может, типа, это какая-то тактика, либо еще что-то. Ладно, пофиг, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, играйте вместе со мной, Радмир, и вводите мой промокод, все есть в описании, всем пока-пока. Oh,